Ну что? Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Санта выходит из биоробота, становится рядом. У меня купол на ней какой-то. Что? Какой-то купол на ней вышел, тонкая копия вместе с ним. Купол. Ну, и там был купол. Хорошо, защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Санту в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Санты поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Санту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она кивает. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер, просканируй этот купол над головой, отключи его вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами и сопутствующими энергиями. Выведи из биополя Санты. И как выведется, все отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Санты, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Санты, находит все. У нее рептилоид, 2 грея, это их купол, инсектоид и джин. Джин? Какой джин? 17-13. Еще кто-нибудь есть? Нет. Итак, рептилоид, 2 грея, купол. Сколько вы находились в биополе, рептилоид с греями? 2 года. 2 года. Какая цель этого купола? Энергии. Благодаря этому куполу ей приходится повторять несколько раз. Она не досягаема для многих, невидима. Ее не воспринимают правильно. А зачем вы такое делаете? Она тратит на этом энергию, мы собираем. А почему она повторяет по 2 раза? Кто ее заставляет повторять 2 раза? Потому что ее не слышит с первого раза. Из-за купола. То есть вы хотите сказать, вы поставили купол, от которого человека никто не слышит, ей приходится повторять по 2 раза. Тратить энергию. И тратить энергию. А почему вы это делаете? Потому что нам нужна энергия. Да. Мы собираем ее. А живую плазму не хотите? Каждый из вас. В моих руках появляется шар живой плазмы. Живая плазма нам неприятна. Так кто говорит? Она идет в разрез нашим. Кто это говорит? С нашим материалом. Это рептилоид. Рептилоид, ты сказал слово «неприятно». Живая плазма содержит твою ДНК. Одно прикосновение к этой живой плазме уничтожит тебя в течение 30 секунд. В этой клетке, безвозвратно, вместе с Греями. Мы работаем над производством защиты. Ну, серьезно? Хорошо. Могу вас разочаровать. Как только ваше изобретение будет готово, мы об этом узнаем первыми. А сейчас начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, и вы будете на них отвечать. Итак, у нас купол стоит, рептилоид 2 грея, инсектоид и джин 1713. Я даю команду тонкой копии Санты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу, одновременно выстраивая прямой канал от Санты к этому куполу. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Санте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, сколько находился инсектоид в этом биополе? 12 месяцев. 12 месяцев. Сколько у тебя инкубаторов? Нет инкубаторов. Нет. Он заряжается от нее энергией. И ты брал энергию. Хорошо. Джин, сколько ты находишься в этом биополе? 6 месяцев. Понятно. Кто из вас в квартире присутствует? Джин. Джин. Рептилоид Грей. Ох. Мы сегодня и квартиру чистим. Попав в биополе, мы распространяемся везде, чтобы собрать как можно больше энергии и эмоций, которые мы можем переработать на свое благо. На ваше благо. Понятно. Вы слышали о законах мироздания? Знакомо такое вообще понятие? У нас свои законы мироздания.
Вот когда же? Ты себя за абсолюта почувствовал? Откуда такая самоуверенность? Ты кто, военный или кто ты? У нас много разработок генетических скрещиваний в том числе. И тем не менее мы все находим. Как так случается? Если вы такие крутые, мы вас не находили. Но пока мы выигрываем со счетом 200-0. Как так, Грей? Только на тонком плане. И то не всегда. И то не все. В матрице Земли мы остаемся неопознанными. Для большинства, добавляю, для большинства. Я вас вижу. Я вижу передвижение ваших кораблей. Я вижу ваши порталы. И я не один. Здесь я соглашусь. Хорошо. Реверс закончился. Отлично. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Санта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, Санта возвращает себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Сканер, просканируй полноту души Санты. 100%. Отлично. И забираем из этого купола все мощным потоком. Нечистый свет в энергии по чакрам возвращается. Хорошо, забираем все свое по праву. Позитивные энергии счастья, радости, наслаждения жизнью. Готово. Начинаем тогда. Сейчас вытаскиваем все, что вы оставили. В ее биополе начнем с Джина. Джин, собирай всю свою пыль. Тебе выходить не надо. Все подключки, отключайся полностью. И доложи мне, что ты закончил. Приступай. У него в ногах пыль. Вокруг ног, как воронка из этой пыли у него. Хорошо. Как она ощущала это? У нее связаны ноги. Он имеет в виду связаны на продвижение. А, в этом плане. Понятно. Хорошо. Забрал всю пыль. Хорошо. Инсектоид, выходи. Собирай все, что у тебя там осталось. Отключайся полностью. Возвращайся, докладывай о готовности к проверке. Скажи-ка мне, рептилоид, в каком измерении летают ваши корабли? Я их вижу, но я просто не совсем понимаю, это какое? 4-е, 5-е измерение? Как вы так красиво маскируетесь, что другие вас не видят? С чем это связано? Это не измерение, это матрица Земли. Но я понимаю, почему другие вас не видят? Потому что наши технологии созданы так, чтобы вы их не видели из материалов, которые вы не знаете. Но если мы видим, это что, маскировка, это голограмма или что это? Да. Понятно. Я просто видел очень много кораблей, которые висят и спускают такую голограмму, которая распадается на много частей, отдельные функции выполняет, потом они собираются все вместе и потом забираются этим кораблем. Или опускается куда-то вниз. Сбор энергии происходит под землей. Тоже есть наша база. Инсектоид закончил. Я просто видел, это как огромный такой ковш, ну где-то метров 200-300. Вот он что-то собирает, а потом опускается вниз. Это вы собираете энергию, я полагаю, да? Не только собирает, он может и распылять. Может и распылять. Вот это да, конечно, да. Есть и такое. Ладно. Вы давно находитесь в матрице Земли или были изначально здесь? Очень давно. Вы считаетесь, вы до современного человека здесь были, да? Были. Делали много экспериментов, как я уже рассказал выше. Ну, это понятно, да. В том числе генетических. Значит... Поэтому мы сравниваемся с богами. Это был ответ на твой вопрос. Да, некоторые считают почему-то вас богами. Я согласен. Хорошо. Но на Земле было много цивилизаций, кроме вас. Вы были одна из них. Итак, идем дальше. Хорошо. Даю команду, все убрали. Рептилоид с Греем, посмотрите, что-то осталось еще. Я поле Санты из ваших подключек. Нет. Хорошо. Тогда делаем следующее. Даю команду на рассинхронизацию Санты с рептилоидами, Греями и куполом. Инсектоидом и джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Вы равномерно распределены по Земле или где-то в каких-то местах у вас больше или меньше рептилоид? По-разному. Но я знаю, что у вас есть базы под Землей. А какая ваша цель? Вы хотите действительно до сих пор не отошли от этой идеи насчет порабощения человечества, насчет того, чтобы все исполняли ваши команды? Или все-таки осталось? Все к этому и идет. Рассинхронизация закончилась. Хорошо. Джин, я тебя сейчас отправляю в квартиру Санты.
ты соберешь все, что ты там оставил. Я приду, проверю и открою тебе портал на твою чистоту. Тебе это понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Санты. 1, 2, 3. И Джин идет в этот портал, собирает все, дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, инсектоид, больше в это биополе не приходи. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. Ли, я приветствую тебя. У меня здесь рептилоид 2 Грея с куполом. В принципе, они мне дали интересную информацию, если по твоей части ничего нет. Рептилоиды забираем на проверку. Грея, пускай купол уничтожить. Хорошо, под куполом открываю воронку в галактическое ядро. Купол уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, Грей, я сейчас открою вам портал. Вы пойдете в квартиру и все соберете. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Санты. 1, 2, 3. И Грей уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Забрали его? Да, забрали. Хорошо. Поехали дальше. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ангельская душа. Ангельская душа. Хорошо. Готово. Хорошо, Санта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Чувствую силу своих энергий. У вас ангельская душа. Если захотите встретиться со своим куратором, мы можем это организовать. Обратитесь к нашему администратору и зададите 10 вопросов, если у вас такая потребность есть. А сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Санты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.